Скажи, сзади заменяет небосвод, а солнце обозначается видом. На сцене остается свита, свита, но народ, как всегда, народ. Театр и жизнь так схожи меж собой, что, по словам великого Шекспира, весь мир театр, и на сцене мира по существу из нас любовь. Кто комик, кто герой, кто травести? Нет режиссера, со всех сторон открыта сцена здорово. Нет кулис, чтоб дух перевести. Роли наменяют иногда. События, помимо нашей воли, новую доставшуюся роли нам удается все не всегда. Но как бы воль нам ни была нова, боль, сожаление и досаду, нам непременно научиться надо искать и находить свои слова. Как хорошо, что есть театр. Он был и будет с нами вечно, готовым утверждать, что все на свете человечно. Здесь все прекрасно: жесты, маски, костюмы, музыка, игра. Здесь оживают наши сказки, и с ними светлый мир добра. Такая была маленькая прелюдия. Мы начинаем наш открытый урок. И сегодняшняя тема урока – перевоплощение. Да, такое взрослое слово. А что такое перевоплощение? Переживать. Переживать. А что такое переживать? Это умение телепортировать, как бы, это сказать, себя в разум и тело героя. Да, телепортировать, боже, какое слово. То есть уметь действительно как будто войти в героя, как будто одеть новую одежду, да? Кто-то еще хотел сказать? Нет? Так, кто-то поднимали руки. Хорошо, итак, перевоплощаемся. Когда мы получаем новую роль, а это всегда у нас в начале сезона, мы каждый из вас проходим несколько ролей за сезон, да? А сезон, я уже употребляю театральное слово, сезон — это значит два семестра, как у вас принято в школе, да? Вот, и когда мы получаем новую роль, мы начинаем над ней работать. А, значит, первое, что, с чего я начинаю, кто скажет? Анфиса хотела поднять руку, нет, Анфиса нет. Кто скажет, да, Софишка? Мы начинаем с того, что нужно... Начать фантазировать, представить себе формы героя, да. И мысленно нарисовать его портрет в голове. Ну, не портрет, не только лицо, но и тело, да, потому что это тоже очень важно на сцене. Да, Саша? Представить, какой у него характер, походка, эмоции. Правильно, характер, походка, эмоции, да, Давид? И... Ну... Что? И? Забыл. Ну ничего, вспомнишь, хорошо скажешь. Итак, спасибо, Саша. Итак, нам нужно сначала действительно нарисовать героя в нашем воображении. Мы можем даже его нарисовать на бумаге. Но воображение — это для актера все. Воображение и внимание. Вы знаете, мы с вами делаем, обязательно делаем упражнения на воображение и на внимание, да? Вот, потому что герой может раз и убежать, когда ты невнимательный. И это вам помогает, по-моему, учиться в школе, да, быть внимательными. Хорошо, значит, мы нарисовали. Значит, что важно в характере? Это его осанка, его тело, да? Правильно? Да. Что мы по осанке, как мы можем определить? Если человек ходит... Поднимаем руки, да, Софи? Да. Если человек ходит, например, вот так, да, то он важный человек. А если вот так, то какой-то плюгавенький бедняк. Ну, например, да, то есть мы сразу можем, и мы тем самым тоже, мы же с вами живем, общаемся, у нас много друзей, учеников, родителей, и мы можем считать, что это за человек, да? Тем самым мы становимся такими умницами, психологами, правильно? Поэтому я всегда говорю, актерское мастерство – это прикладная психология. Мы изучаем с вами наш внешний мир, всех героев, которые вокруг нас, потому что все люди играют в какую-нибудь маску, да? Бывает несколько, которые меняют течение дня. Хорошо, замечательно. Значит, первое, я должен представить осанку. Да? Осанку сказала София.
Давайте попробуем на примерах, да, на примерах наших персонажей рассказать, как я выстроил свою роль через осанку. Возьмем Золушку. Бьянка, ты играешь кого? Мальчик. Бьянка будет говорить по-немецки, потому что ей сложно говорить по-русски. Угу. Опиши мне, пожалуйста, твою героиню. Also sie ist sehr gemein zu... Ну, встань, встань. Also sie ist sehr gemein zu, zu der Cinderella. Угу. Und sie will, dass ihre Töchter... Она очень злобно относится к своей падчерице Золушке. Угу. Und sie will, dass ihre Töchter den Prinzen heiraten. Она очень хочет, чтобы ее и только ее дочери вышли замуж за принца, стали богатыми, ja, und sie ist sehr важными. Was? Эгоистично. Она эгоистична, ну и, конечно, она эгоцентрик большой. Хорошо, а покажи, как ты находила свою роль через, через пластику. Угу. Вот так, как железо, и никто не переломит, да? Хорошо, и у нее есть две дочери, да, две дочери, которые вроде бы хотят выйти замуж тоже за принца, абсолютно разные, Рафаэла и Катя. Ну-ка, расскажите нам о своих персонажах и покажите после этого, да? Золушки, меня зовут Изольда, я такая толстая, я всегда есть хочу, и да. Матильда... Ну, плохая и хочет быть как мама. Хочет быть как мама, повторяет, повторяет тот же пластический рисунок, как ее мама. Ну, давайте, давай, Рафаэл, показывай. Ну вот, сразу видно, что за характер. Угу. Хорошо, Катюша. Да. Еще не такая совсем железная, как мама, но уже где-то приближается. Замечательно, то есть нам это помогает. То есть если я нашел походку, если я нашел жест, да, как правильно держусь, я сразу могу как бы в характер спрыгнуть, да, его, одеть его как одежду. Хорошо, и я сейчас хочу на примере, чтобы наши совсем юные мои коллеги, это Анечка и... Машенька, показали на примере басни Ивана Крылова «Ворона и лисица», как они тоже строили свои образы. Маш, ты играешь ворону, что это за образ? Вставай. Ворона, она радостная. Радостная? Но она тяжелая, легкая, толстая, худая, открытая, закрытая. У нас столько техник. Какая она? Тяжелая. Тяжелая. Как ворона ходит, как она двигается? Угу. И ворона что? Ворона нашла сыр. А как ворона сыр будет радоваться сыром? Да? Ой, наконец-то сегодня у нее такой замечательный обед, ужин или завтрак. Я не знаю, да, там ты придумала, что обед. Это? Обед, хорошо. Хорошо, и у нас есть лисица. Анечка, что с лисицей? Лиса, она хитрая, быстрая, и она хочет кушать. И она тоже хочет кушать. Итак, у нас басня о том, два персонажа хотят кушать, да? Быстренько переодеваемся и начинаем исполнять басню. Совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. А ту беду лиса лисенок пробежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр приним, но только к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороном глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать-то прямо сказки! Какие перышки, какой носок,
И на ангельский должно быть голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что? Я же или сестрица. При красоте такой петь ты мастерица. Ведь ты бы у нас была царь-птица. Вещу не спохвал, кружилась голова. От радости в зубу дыхание сперло. И на приветливых лисиц словах пронакапнуло во все воронье горло. Кар! Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Спасибо. 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 Сейчас замечательно. Вот так мы можем переоплощаться. Хорошо. Итак, у нас тело работает, осанка работает. И, конечно, очень нам необходимы руки. Да? Потому что руки... Что мы делаем вообще руками? Кто скажет? Да. Мы показываем жесты. Это относится к нашей нон-вербальной коммуникации. Да? То есть мы так друг с другом, я люблю тебя, я ненавижу тебя. Да? Мы с вами делаем такие психологические жесты, архетипические жесты. Хорошо. Через руки у нас какой персонаж? Давайте подумаем, какой персонаж? А, Соня! Соня, 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 Соня. Соня играет петуха. И что происходит с жестами и пластикой петуха? Ну, он всегда устал, он всегда ходит. А почему он устал, Соня? Да потому что он единственный петух в городе. Ему всегда заказано яйца. Каждые 5 минут. Яйца, яйца, яйца. Не хочу больше яйца раздавать. Все, отстаньте. Главный поставщик города. Вы можете себе представить, какая на нем ответственность? Замечательная. Поэтому у него и такая походка, и такое пластическое решение. Хорошо. И у нас еще есть замечательная фея Золушки, да? Где тоже очень нужно работать с руками и ногами, да, Сонечка? Тоже Соня, коллеги, мои ученицы с первой минуты. Сонечка, давай расскажи нам о своей фее. Ну, вставай! Фея, она легкая, да. Веселая. Она легкая и веселая. И как она двигается у нас? Да. А почему она легкая и веселая, Сонечка? Ну... Она же творит волшебство, она может все на свете. Она может нарисовать луну, может нарисовать солнце, правильно? Может превратить какого-нибудь злого человека в жука, правильно? И она так ходит по жизни, да? Ну покажи нам еще раз. Не на меня смотри, ты же мир строишь. Вот, замечательно. Я надеюсь, что в Золушке также фея выйдет такой легкой, красивой и всесильной. Замечательно. И на примере басни Ивана Крылова «Стрекоза и муравей» мы хотим тоже показать, как важно жест. София, ты играешь стрекозу. Что? Вы спрашиваете, какая она? Какая она? Хвастливая. Ленивая. Веселая и простодушная. Простодушная. Ну-ка покажи, как столько характеристик. Вот так. Вот это ее танец. Это ее танец. Замечательно, хорошо. Так, а что с муравьем, Аминушка? Ну, муравей, он трудолюбивый, строгий, никогда не сидит без дела, всегда чем-то занимается. И всегда чем-то занимается. Хорошо, покажи нам, как муравей. Очень занятой, да? Ну, просто бизнесмен. Замечательно. Хорошо, переодеваемся и показываем нашу басню «Стрекоза и муравей». Готов и стол, и дом.
поет. И кому же он пойдет? На желудок петь голодный. Злой тоской мучена. Ну, а либо забыла. Тук-тук-тук-тук-тук. Не оставь меня, ум милый. Дайте мне собраться силы и до вишних только дней покорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты летом? Ну, давай, голубчик, было. В мягких муравах у нас песни резвы всякий час. Так, что Богу служили. А так ты? Я без души. Лето целое все пело. Ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши. Благодарю. Замечательно. Вот так вот мы выходим за кулисы, одеваем только какую-нибудь небольшую одежду или берем реквизит и сразу перевоплощаемся. Хорошо, и так мы разобрали, что главное осанка, жесты и еще что очень важно в актерском мастерстве? Мимика. Что такое мимика? Это выражение лица. Выражение лица, да. То есть мы можем глазами, улыбкой, да, как у нас голова наверх, вниз смотрит, мы можем тоже выдавать свои эмоции. Да? И вот на примере, эмоции, на примере Золушки, персонажей мышей, Лукас, Давид. А мыши, у них тоже есть своя мимика, да? Что они? Какая у них мимика? Они очень тихие. Они очень тихие. И самое главное для них это ушки. Ушки. То есть они должны очень хорошо слушать, да? А ну-ка быстренько покажите мне, как мышки у нас двигаются. И ушками все время слушают, да? Ага. Вот так ушками слушают. Замечательно, отлично. Хорошо. Тогда мы с большой мимикой поработаем в нашей басне Крылова. Обезьяна и зеркало. Саша, ты играешь обезьяну. Что там с ней? Обезьяна такая веселенькая, самовлюбленная дреха. Все характеристики поняты. Хорошо, как она у нас двигается? У нее такая важная персона. Веселенькая припрыжку. Да, веселенькая припрыжку. Хорошо, и у нас есть медведь. Соль, что там с медведем у нас? Он умный, ходит в очках и любит решать расходы. Если расходов нет, читает газету или книги. Ой, боже мой, господи. Давайте быстренько одеваемся и показываем. Мартышка в зеркале увидел образ свой, медведя, толк рукой, смотри, говорит, ху, милый мой, что это там за рожа, что не за ушибки и прыжки, я бы удавилась от тоски, если б хоть чуть была на нее похожа. А ведь, признаться, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6, я могу их по пальцам перечесть. Чем кумушек считать уницу, не лучше ли кума на себя обратиться? И Мишка отвечал, это только Мишкин совет, лишь попросту пропал. Спасибо. Как вы заметили, у нас в нашем классе всегда очень важна музыка, да, то есть музыка это действительно какое-то, это наше пространство, в котором мы работаем, она нам помогает. Вот, а почему мы в черных костюмах, кто мне скажет? Ну, у меня белая кофта, да. Потому что на черный костюм можно все одеть и... Все лучше видно.
лучше видно персонаж, то есть мы с вами можем хорошо показать пластику нашу, да, потому что нам главное не одеть костюм, знаете, как на карнавале люди одевают костюмы и ходят, и думают, что они действительно превратились в этого персонажа, а мы ищем через пластику, да, перевоплощение. Да, Софишка. А в другом случае мы используем черные костюмы, чтобы быть невидимками. Чтобы быть невидимками тоже. Это очень хорошее решение. Хорошо. Итак, мы с вами все разобрали. Мимика, пластика. Что еще у нас осталось? Кто мне скажет? Перевоплощение. Перевоплощение внутри, да? Что для этого мне надо, да, Анечка? Надо фантазия. Нужна фантазия, надо, да. Надо представлять, и тогда что появляется, когда мы проживаем? Что у нас появляется, когда мы проживаем? Типа картинки. И картинки мы представляем, и что мы начинаем здесь чувствовать, вот здесь у всех у нас? Внутренние эмоции или ощущения, да? Для этого мы работаем с представлением, да? Для того, чтобы у нас возникли эмоции, правильно? Хорошо, Анфис, ты вот так уже начала, давай попробуем с твоей героиней. Это героиня стихотворения Агнии Барто «Когда мне было 8 лет». Что за героиня? Пожалуйста, нам ее покажи. Она радостная, что она пришла в театр. Она в театр, да. Первый раз. Что себя чувствует человек, который маленький человек, который приходит в театр? Как он себя чувствует? Что он такой маленький, а все вокруг. Большое. Большое и красивое, правильно? Красивое. Она вообще знает, что такое балет? Почти. Почти знает, да, почти. Но у нее столько много чувств, правильно? То есть поэтому сколько нужно у тебя представить картины для того, чтобы было чувство и какого-то предвкушения, что я с чем-то познакомлюсь с новым, да? И я маленькая, да? Это очень-очень важно. Ну покажи нам еще раз свою героиню, как она уходит, а потом мы пойдем в этюд. И здесь, конечно, у нас играет атмосфера, то есть мы можем сами представить атмосферу, да? То есть мы рисуем не только нашего героя, но и атмосферу, которая окружает нас. Замечательно, и ты приходишь с твоей подругой Любой, да? Любочка, а у тебя что? Я тоже первый раз в театр прихожу с моей подругой. И я тоже? Очень радостная, такая маленькая, в таком большом зале, мне все очень интересно. Боже мой, сейчас будет великолепная атмосфера театра, оперы и балета. Здесь кассир. Готовы? Где-то мне теперь не до балета. Здесь
друг нашу Костя на бобры, а мы с моей подругой Любой ищем номерок внизу. У котельцу надо, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. Костя не бабочка порхала, я не видела ничего, и номерок для друга искала. Попробуйте. Ирина, моя мама. Попробуйте. Так, хорошо. Давайте сделаем, сыграем
мамашу из Золушки. Злая, эгоистичная! Тихо, тихо. Вот. Ты платье шила? У меня оно есть. Что это? Занавески? А платье где? Оно там. Что это за ужас? Боже мой! Девочки, девочки, быстренько сюда, девочки! Нет, вы только посмотрите. Кошмар! Вы что, вы это на себя одеть должны? Аплодируем еще раз нашим детям, потому что они вас потрясающие. Мы подготовили три пьесы по мотивам сказки «Золушка», по мотивам сказки «Колобок». Будет много смеха, музыки, весело. И еще у нас есть одна мировая премьера. Соня, иди сюда ко мне. Соня, с 1 сентября 2017 года ты пришла ко мне в школу, да? Ты прошла все техники, прошла все курсы, играла блестяще во многих постановках, да? Мы делали «Аленький цветочек», где вы играли со взрослыми актерами. Вот, и в этом году Соня решила, знаешь что, я в группу ходить не буду, я уже все знаю, я хочу с тобой индивидуально поработать, да? Бедная Соня. Бедная Соня, потому что все знают, какая Ира строгая, да? Это был сарказм. Сарказм, да. Вот, мы с ней замечательно работали, мы подготовили Пеппи «Длинный чулок», мы подготовили, не до конца, не доделали стихотворение Маршака, да? Вот, но потом в один момент, на одну репетицию Соня прибегает вот с такими глазами и говорит: «Ира, Ира, я написала пьесу!» Я говорю: «Да, ну хорошо». В это время у меня была репетиция со взрослыми актерами. Я говорю: «Ну, Соня, если хочешь, мы можем почитать. Вот как раз взрослый актер, мы можем почитать твою пьесу». Вот, мы сели, по ролям разбили. Вот Катя, которая мне помогает, Даша, Сева. Мы сели, взяли тексты и начали читать. И какая была реакция? Это работает, это пьеса. То есть Соня смогла действительно прописать все эмоции, реакции, диалог, кто кому как отвечает, да? Замечательно. И я сказала: «Соня, ты знаешь что? А я хочу это поставить». Какая у тебя была реакция? Как? Она сама не верила, что она написала такую замечательную пьесу. Вот, мы начали действительно работать, у нас не было так много времени, поэтому мы вам сегодня только один отрывок покажем из этого детектива. Да, она написала детектив, не просто так. Вот, мы покажем небольшой отрывок, и мы посоветовались и решили, что мы на следующем учебном году, в следующем сезоне попробуем это сделать как кино, да, потому что там, конечно, она нафантазировала, потому что она говорит: «Ты знаешь, у меня здесь вот мультик такой». Да? Я говорю: «Ну, в театре у меня очень ограниченные возможности, у меня не могут желтки падать сверху, да, и поэтому давай просто мы по-актерски сделаем, а уже в кино мы и желтки бросим на голову, да, потому что мы можем там все это остановить камеру и пойти дальше». Вот, так что вот сегодня я вам предоставляю не только замечательную, талантливую актрису, но и молодого драматурга, которая первой написала свою первую пьесу, да? Мировая премьера! Спасибо. Дорогие мои, сейчас мы сделаем небольшую паузу, потому что первая сказка будет «Колобок». Это моя группа, с которой я занимаюсь в Русском культурном институте или здесь, в Доме антропософии. Потом будет сказка «Золушка». Это моя группа лицея. И третьим будет вот Сонино произведение «Лиса и петух». Thank you.
порядок посадил, лес за хворостом сходил, много переделал дел, а покушать не успел. Бабка, скоро ли обед? Поливал дедочек мех, ели хлеб, пили квас, вот и вышел мне запас. Будет новый урожай, так обед ближе. Погоди-ка, бабка, слышишь, кладовой скребутся мыши. Ты скорее туда пойди, после всяком помести, собери муку в совок и испечем мы колобок. В общем, бабка, покумека. Ты ж пока сходи на реку, да водицы принеси, чтобы тесто замесить. Но лучше ключевой, да не мертвый, а живой. Как пойду, то со стеком выйду, соберу муку в совок и спечем мы колобок. Вот студеная вода. Наливай нас сюда. Тили-тили тесто, держи, моя невеста. Будет на жену дорогая, будет свадьба золотая. Ставь его скорее в печь. А может, ты мое сердечко? Мне тесто подойдет, я в чего потом войдет. Ждем. А вот сейчас ставим печку в самый раз. Вот премудрое занятие. Никогда не мог понять я, почему в хлебном печь не могла сама испечь. Что стремиться к чудесам, если сделать можешь сам? Вот, смотри-ка, с пылу с жару, скоро сядем к самовару и как водится, вдвоем с молоком чайку попьем. Ай! Слушай, не лети, подлетят на мани. Подожди еще, маничка, пусть остынет на крылечке. Мышь, пока он спустит шар, подогреем самовар. Печки чуть не засушили, а теперь и съесть решили. Ждать я смерти не могу, я из дома убегу. Дед, смотри! Он укатился, тоже снова не простился. А все ты, мол, посиди, подожди да подожди, вот оставить без обеда. Может быть, пойдем по следу? Полно, бабка, не шути, колобка нам не найти. Эх, дедочек мой, дедочек, укатился колобочек, сколько лет с тобой живем, все даем, на все даем. Нет ни дочки, ни сынка. Да неужто колобка? Хочешь ты усыновить? Может быть, дед, может быть. Он ведь только что родился. Ах, зачем он укатился? Куда теперь пойдет? Попадет он, попадет. Да уж, вышел бойкий слишком. Ох, хлебнет беды мальчишка. Молотился бы домой. Колобок, сыночек мой. А все ты, бессердечный. Что ты бьешь меня вечно? Нет моей ни в чем вины. Печи блины!
серенький зайчишка прыгает по лесу в припрыжку. Ушками все слушать, зубками все кушать. Ты же свеженький совсем, погоди, тебя съем. Thank you.
стукнуло 30. Не завидуй. Чему ж ты скоро треснешь от обжорства? Сама скоро треснешь от жадности. Посмотри в зеркало, не играй в девочку. Тебе скоро самой треснет 28. Все равно я моложе. Да, дорогие доченьки, а в этом возрасте, в нашем королевстве, замуж уже можно. Уже пора. Да скорее, Кулема, ты этакая! Сейчас, мамушка, сейчас, сестрицы. Я не могу больше смотреть на эту кислую рожу. А кто будет уходить в ваше платье, вы понимаете? Я? У меня само забот выше головы. Сегодня принц женится. Принц женится сразу на обоих сестрицах? Замочи, грызнюля. Не портите мне хорошее настроение. Внимание, все здесь готовы? Готовы. Ну-ка все, помечтаем. Опять. Не опять, а снова. Матильда, доченька, доченьки, я каждую ночь мечтаю о вашем и моем счастье. Почему? Разве на наши мечты? Бриллианты и алмазы. Поросята с яблоком, груши с гусями и индейки с лопанами. И тут ты поросла наши мечты и разбыла их. Что стоишь, лентяйка? Иди убирай! Вот здесь две солнечные чечевицы. Мы придем за полночь. К утру перебили чечевицы и не дай бог не выпить свои задания. Еще и новое платье Матильды, новое платье Зоди, еще вымыть посуду, вымыть весь дом, полить цветы. И не жги свечи! Экономь! Доченьки, кем это все? За мной! Чечевицы. К тому же она не показала зажигать свечи. У меня нет таких красивых платьев, таких украшений. Какие они счастливые. Они увидят принца и, наверное, будут танцевать с ним до утра на балу. А я вот сейчас сяду и тоже помечтаю о своей встрече с принцем. Thank you.
Когда нечего сказать, говорят,
О, молодежь, молодежь! Ух, как весело, ух, как неугомонно! Ужас, как все неестественны, как все напыщены! Смотреть на это невозможно! А вот мне нравится. Ваше Величество, позвольте вам представиться. Простите за наклон нахальства. Так сказать, мы живем, так сказать, как говорится, как водится, как бывает. Вот это мои дочери, мои мамные лапочки, мои рыбочки, мои Матильда и Зоида. Кланитесь, дуни, что стоите, колбу глотили. Как создаем амулеточки? Ух, какие, ух, какие. Не обращайте на папу внимания, господа. Господин переволновался. Я нас столько гостей во дворце. Столько хлопот. Папа, ну помолчи. Ну, нет, нет, не нравится. У нас приготовилось для вас стихотворение для вас, принц. За честь дня рождения самую написали. Экспорт, так сказать. Полетела голова и ударила с дуру. Не убила хоть. Чего? Когда ударила? Да нет. Ну и наелся я у вас до отвала. А сколько у вас люс хрустальные? Замолчите, дуже. Читай стички, что я тебе написала. Прошло немало лет, с тех пор, когда свершилось чудо. Явился ты на белый свет, невидимо откуда. Бывает в жизни только раз подобное явление. От всей души тебе хочу поздравить с днем рождения. Дурдом, ромашка, честное слово. Они такие стеснительные. Они так хотят антибатки с вами прийти. Можно? Можно. Один раз. Последний. Никогда.
Надо петуху позвонить. А зачем? А, ну да, яйца для яичницы. Делай.
мои куры. А я-то откуда знаю? Я их туда вроде нет, не загонял. Ты думаешь, что я их туда загоняла? Меня здесь месяца не было. Нет, не думаю. Но кто-то же их туда загнал. Курицы! Кто вас туда загнал? У тебя здесь охотники водятся? Да нет, вроде бы. Посмотрим в курятнике.